Контроль над украинскими предприятиями поможет укрепить безопасность в Донбассе. На одном из донецких предприятий украинского миллиардера Рината Ахметова разоблачили шпиона. Министерство госбезопасности самопровозглашенной ДНР задержало Валентину Бучок. Женщина работала электромонтером в донбасской топливно-энергетической компании. Основатель структуры Ахметов. По данным донецких спецслужб, сотрудница собирала данные об ополченцах и их семьях и передавала сведения службе безопасности Украины. Поймали разведчицу в тот момент, когда она фотографировала дом погибшего комбата Моторолы. СБУ завербовала агента летом прошлого года на украинском блокпосту. Вот что подозреваемая в шпионаже рассказала о методах работы сотрудников спецслужбы. Так невзначай. Вышел сотрудник СБУ, завел меня на... я не знаю, как это называется, внутрь этого там блокпоста. Не тут, где люди стоят, а туда. Где живете вы все время в Донецке? Как часто вы ездите туда-сюда? Какие у вас взгляды? У меня взгляды проукраинские однозначно. А где вы работаете? Там-то работаю. И так невзначай. Там в районе, в каком, сфера вашего обслуживания, такое. Возможности какие.